турнире по мини-футболу участвуют 17 команд. Они разделены на 4 группы. Накануне на футбольном поле спорткомплекса «Юность» состоялись групповые матчи. Сегодня подвели итоги. Команды из Люксембурга и Турции оказались внизу турнирной таблицы. В лидерах футболисты из Таджикистана. Представители Украины, США, России и Киргизии также на первом и втором местах. У некоторых команд одинаковые результаты. Завтра начнутся игры по олимпийской системе. 8 сильнейших будут продолжать борьбу за чемпионство, скажем так, а 8, которые остались за чертой первых мест, они будут играть до последнего дня. То есть это по принципу спартакиады. Команды не вылетают, а доигрывают все до конца. То есть до 16-го места будет.